Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Stellaris за объединенные нации людей на сложности Gross Admiral в режиме Iron Man. В прошлой серии я думал, что наступит нам трандец, потому что пришли какие-то пожиратели, но они все пожрали тут и походу улетели. Оставили только вместо себя станции космические, которые мы, в принципе, с успехом разбираем своим гигантским флотом, которые своими силами построили, плюс нам еще много чего передали. Поэтому, значит, задача на эту серию какая? Дожрать все вот их хозяйство здесь, исследовать все обломки, и вот отсюда начать строить новый островок свободы, именуемый объединенными нациями Земли. И вот здесь вот построить. Ну, вряд ли столько удастся построить, потому что далеко здесь это будет дорого все с точки зрения влияния, но попробуем. Погнали! Очень мне нравится с Джаггернаутом, он прям всех сразу ремонтирует, всех сразу апгрейдит, прям красотища. Не считая того, что у него 28 тысяч еще. Так, прилетел наш. А, это не тот. Не тот, потому что я жду здесь строителя, а не научника. Научник идет вон там обломки собирать. Ну вот я смотрю, вот здесь зачистили уже местность от них, так что походу они реально улетели. Хотя некоторые флоты, конечно, да, мы успели посмотреть, как будут уничтожены. Мне, наверное, быстрее было построить строителя на Джаггернауте, чем тянуть вот этого. Ну, если что, сдвинемся вот сюда, начнем оттуда строить. Хотя, пойдемте лучше вниз, потому что там я вижу мегасооружение. Если мы подрежем этот кусочек себе... А, там тоже еще есть проходы. Хотел сказать, загробастаем сразу мегасооружение на халяву. Ну ладно, полетим все равно вниз туда. Начался бой. Раз, два, три, четыре прыжка еще нашему строителю. Все, мы здесь отбили. Может быть, тогда утащить его даже сразу и вниз. Ладно, когда он долетит сюда, посмотрим, сколько будет стоить постройка здесь, форпоста, и сколько там. Может быть, сразу туда пойдем. А вот, смотрите, нет, вот их флотилия есть еще. Я думал, они уже совсем улетели. Нет, вот 120 и 250 еще. Однако. Так, ну вот их снесли еще. Система изучена не полностью, понятно. Погнали тогда изучать систему. Ну и вон сверху изобрили. Хотя вот опять отхватили. Нет, они, значит, где-то там шарятся еще эти паразиты. Пойдемте тогда вон туда. И пойдемте 120 еще. Там очень дорого нам будет. Тут стрёмно сейчас разворачиваться, потому что вот эти вот два здоровых флота, они легко смогут проползти и пожрать нам все. Давайте вот отсюда начнем, с уголка. Как бы по-хорошему, конечно, подрезать и потом расползаться, но не нравится мне вот эта вот близость. Поэтому развернем вон там. А потом будем уже как-то вот расползаться дальше. Оружие из другого измерения. Причем, смотрите, 19200 уже готово. Это то, что мы подрезали на этих самых, на обломках. И вон новые обломки, хватаем их тогда. Займемся пока ремонтом. 118 и 257, да, и прошел он своими вот этими силами активацию реликвии. Давайте на военные вопросы опять. Ну, был десяток флотов, осталось два. Все там достроились, починились. И здесь строится космическая база. Тут уровень полный, так что мы сможем выползти сюда. Идем сейчас сносить там дальше. Construction completed. Есть, так, и теперь... Давайте пока станции построим. Потому что 80-ки точно нам не хватит для того, чтобы здесь прицепить себе новый участок.
Так, а что там за война? Кого? Мы что, в войне, что ли, находимся? Ой-ой-ой. А с кем это мы воюем-то? Какие-то, какая-то... Ух ты, мы с угасшей империей начали войну. И еще вот с какими-то схизма-архивистами. А нафига мы это делаем? Так, давайте смотреть, где они находятся. Блин. Хисма-архивисты. Архивисты. Хисма-архивисты хотели, чтобы мы им отправили своих людей в их этот самый в бестиарий. А мы им сказали, фиг вам, мы не согласны. По науке не по зубам, по войне мы с ними наравне. Хорошо. Мне понять только, где вы. Ой, ну вы... А, ну смотрите, они вот находятся, да? 20 тысяч. 23. 85. Ну, 85 неплохо. Две двадцатки и 85-ка. Это наш союзник, он с ними тут разбирается сам. Может быть, это он, кстати, и решил загрызть их, я не знаю. Хотя нет, атакующие они, значит, он защищается от них. Ладно, а вот это что за морды? Вот они, да. Тут чего, 115 тысяч. Тоже флоты нехилые такие. Но это угасшая империя бывшая, да? И они тоже жрут вот этого шазарак эксперимента. То есть вот эти и вот эти по отдельности, но вместе его жрут. И это вот у наших границ все уже дело происходит. Как ни в тему все это началось. Мне бы очень не хотелось сейчас возвращать свой флот, который тут неплохо так воюет. Ну, как воюет? Потихонечку подъедает просто, не сказать, что он с кем-то воюет. Не могу объединить. А, этот джиггернаут и есть. Так, джиггернаут, кстати, заапгрейдить надо. Ну и вот этот не могу ни с кем объединить. Что же делать? Придется, походу, возвращаться. Этот тут доисследует, этот будет потихонечку тут расти. А мы пойдем... Блин, тут 256, этот мы не снесем. 23, 85. Ну вот это мы все можем разобрать по отдельности, если он не объединится в один флот. Ну давайте пока вот сюда отправляемся потихонечку. Мне интересно, не прекращается ли процесс. Прекращается в полете процесс. Хотя нет, смотрите, себя может ремонтировать, а те не может. Research concluded. Дополнительная броня, значит, нужно снова делать апгрейд. Ух ты, 130 тысяч, а 85, значит, там два флота. А он не полетел, да? Из-за того, что я нажал апгрейд, он остался на месте. Я подумал, что он может сам себя апгрейдить в полете. Нет, не может он сам себя апгрейдить, он просто остался на месте. Теперь надо, конечно, заканчивать. А потом уже дальше ехать. Смотрите, эти начинают тоже плодиться тут. Не один я такой хитрый на местах, которые выжрали пожиратели эти, да, расплодиться. Здоровье орбитальной платформы. Мегапушка 1. Давайте мегапушку 1 сделаем. Раз еще такого не было исследования. Деньги скоро упрутся в лимит. Ничего себе. А, в смысле, скоро уже уперлись. Так, давайте накупим экзотических газов, что ли, хотя бы. Так, заапгрейдился джиггернаут, можно его гнать. Изучено не полностью. Как же, было же написано, что полный. Так, ну вот написано полный. Чё ты морочишь мне голову? Ну погнали изучать тогда. 10 тысяч исследований вынули из караванщиков брошенного корабля. Ну это вообще круто.
Ну, одну войну мы выиграем, а вторую не очень. Хотя я смотрю. 4000, то есть эти уже отхватили конкретно. Там вон 48, 17. Ну, вот один большой флот здесь на 120 тысяч, а так в целом, я думаю, можно не рыпаться особо. Нам успеть вот тут сейчас подрезать. Ну, столько, конечно, систем я не успею. Тут мега-сооружение было бы тоже неплохо зацепить. А еще я хотел супернаучный комплекс какой-то сделать. А, теперь у меня не хватает. Потратил 5 сотен на притязание на вот эти все местности, потому что все время влияние в лимит упиралось, а теперь мне не хватает ни на что снова. Construction completed. О, регенерирующая обшивка, смотрите. 3 из 10 уже есть. Вообще круто. Всего десяточка. Сейчас долетим, заапгрейдим все это. Мандат нарушен. Ну, понятно. Гигапушка. Давайте. Ну все, 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 смотрите, прям расползаются, расползаются. С Целдарийской конфедерацией. Где вы? Вон там, да? И как вы сюда расползлись-то? Тут с такую цену стоит влияние, чтобы здесь островок поставить. Research concluded. Есть регенерирующая обшивка. Художественная композиция. Да фиг знает. Не уверен я, что она нужна нам. О, смотрите-ка. 257. 67 и 47. Но вот эту еще сотку-то мы как бы можем осилить. Но сейчас поапгрейдимся. Все прилетели. Ремонт, апгрейд. Еще не всех можно апгрейдить почему-то. Усилить можно вот эту флотилию, не отходя от кассы. Тут уже рехинары тоже изучают, как бы они тоже здесь не собирались. И там уже все изучают. Тут еще расползлись. Сейчас не успею я сделать здесь себе кусочек, островочек. 9. А почему 9 из 6 у меня тут стало? Усиливаем все латы. Так, отлично. Закончилось исследование, значит, можно строить. Ну, теперь по 67 оно как бы нормально. Первый дорого был 5 сотен, а по 67 сейчас можно плодиться как угодно. А, вон строитель пришел. А, не успею я туда. Следящие импланты. Давайте следящие импланты. Куча исследователей. Все хотят освободившиеся системы себе захавать. Ну ладно, я думаю, хотя бы вот эту уже сейчас делаю. Вот эту хотя бы еще две. Вот здесь бы тоже было неплохо подрезать. Тогда еще две останутся. 67 сюда, 67 сюда. Меня, в принципе, хватит. Погнали туда двигаться, пока идет исследование. Конечно, сразу и там начинать исследовать. Но я сюда буду лететь крайне долго, поэтому ладно. Да, вот уже захапали вот эту. Так, а там вот, смотрю, еще один флот нарисовался. Красненький. Вообще написано, что полный. Почему не дает? О, разлетались, разлетались. Как там поживает наш союзник? Как будто грибы растут эти. 109 тысяч. 54, 53, 16. Да нет, нормально, у него еще есть силы. Тут у нас идут апгрейды.
Давайте еще на броню накинем 5%. Ship upgrades applied. Закончены апгрейды. Может, новые можно начать какие-нибудь. Да, уже можно и новые начинать. Пока закончились старые. Research concluded. Можно делать новые. Репликация пищи. Давайте, еды и так полно, будет еще больше. Ну, пойдемте попробуем подловить флот пожирателей где-нибудь. Где-нибудь вот здесь. Хотя много-много. Тогда вот здесь попробуем для начала дождаться. Они, походу, набегами. О, есть система исследована, значит, можно успеть еще. А та уже исследована была. Давайте вон туда сначала прыгнем, застроим. Она уже, оказывается, готова. И вот эту пойдем изучать. Сейчас здесь построим, отрежем их. Эти готовы, это готово. Вот эту след... Ну вот, какой-никакой островок себе новый прорубим. А, кстати, вот и их пришел тоже. Эх, какой же успеет, тоже успеет. 15 у нас процентов уже. Не заметил я, в какой момент кто появился. 93, 28, ну вон два маленьких, 70-очка. Как в Циве, сейчас на последнем проценте угонят. 80. Да. Собака. Так, ну, бегом тогда вон туда. Хотя бы вот этот кусок себе заберем. Ну и вот этот, может быть, еще тоже. Так, ну что, давайте куда-нибудь нападем. Так, ну сейчас они все скучковали, сейчас плохо нападать. Надо ждать, пока они разделятся. 32 тысячи отошел, отлично. И там. Все, в атаку. Пойдемте вот сюда. Сейчас вот эти 32 тысячи захаваем. 32, а здесь... Здесь еще 60. Суммарно будет 90, если он объединится. Если он не объединится, то мы снесем его. Вот этот флот. Ну, сейчас посмотрим. Если мы сейчас отхватим, то значит... Надо скромнее себя будет вести в дальнейшем. Так. Подходят наши флоты. Engaging hostile forces. Вступаем в бой. К сожалению, джиггернаута пока нету. 27, 20, 19. Так, у нас тут 20%. Все, мы уничтожили этот флот. System survey concluded. Потеряли 13% в Пегасе и в четвертом флоте еще десяточку. Так, закончили систему, что ли, да? Давай присоединять тогда сразу. А что, даже обломков там не осталось? Вот, засада. Адмирал получает черту, хорошо. Так, с всех на ремонт срочно. 20% мы профукали. Начинаем ремонтировать. Тут и тут. Все отлично. Ну, значит, можно. А то в какой-то момент мне показалось, что там... 40 тысяч разменялось на 4 тысячи, и это, конечно, провальный такой был разменчик. Поэтому я думал, что это эти цифры, которые тут, они как бы не сильно с реальностью связаны. Но нет, на самом деле, ух ты. Посмотрите, как тут грибы-то все позахватывали у этого нашего союзника. И сверху его позахватывали, и тут на... его так конкретно всего прожали.
Галактическая фондовая биржа, центр стратегической координации, максимум космических баз, плюс один. Давайте возьмем базу плюс один. Так, ну что, лететь ему на помощь, что ли? Хотя как вот он умудряется? 40-50 тысяч есть тут флот. Еще 20 тысяч флот. А тут двадцатка. Вот двадцатка у него. Вот у него тридцатник. Я не знаю, как он так умудряется, потому что флот-то у него нормальный. Давайте, знаете, как сделаем? Вот эту вот станцию. Заапгрейдим. А то она уже слишком близко к границе боевых действий. Ну, 22 тысячи. Так, убираем своего наушника куда-нибудь вон туда, в уголок, чтобы никто не уволок. И пойдемте, вон, построим там всякие научно-добывающие станции. Ship upgrades applied. Ship upgrades applied. И посмотрим, что у компа, значит, 30 тысяч. Можно пойти уничтожить. Ship upgrades applied. 28 нельзя пойти уничтожить. Ship upgrades applied. Мне бы понравилось, если бы он пришел сейчас, вот прожрал вот тут и вот тут. Applied. Потому что, я смотрю, эти уже летят там застраивать все. Ship upgrades applied. А так он бы откусил вот эти сейчас две. Ship upgrades applied. Потом бы я бы его разнес. И у меня был бы тут коридорчик. Ship upgrades applied. Потому что я-то не могу съедать моих соседей. Пойдемте форпост развернем здесь, что ли. Хотя на самом деле я не уверен, что мне там нужен форпост. О, кстати, вот он уже тут, да? Сейчас он их разгонит, если они отступают. Сколько там? 30 тысяч? Пятнаха. 90. 28. Такс. О, эти уже разложились тут. Вот молодцы, какие резвые. Как будто я для них тут очищал. Ну ладно, сейчас, значит, попробуем все-таки этот маневр провернуть. А, все, он победил, что нет? Так, 94 тысячи. Ой-ой-ой, все, я не успел. Мои перепросились туда, где лот 94-тысячный. Не успел отменить. Давай, Джаггернаут, скорей. Ух ты, шестой флот как... Шестой флот уничтожен. А что, Джаггернаут-то не шел, что ли? Ой-ой-ой-ой. We have lost a fleet. Два флота потерял. Red alert. Spaceport under fire. 79, а он вообще не теряет. Ух ты! Вот это нифига себе, он снес как мне все, что мог тут. Он, по-моему, все вообще уничтожил. Ну-ка скорость-ка вернем в обычную. Да, он уничтожил все мои флоты. То есть 100. О, Джаггернаут, беги. Отступи. Не успел. Вот это поворот. Я потерял весь свой флот. Хотя нет, вон кто-то отступил, да. Пегас отступил. Но Пегас отступил с такими силами, что... Пятый, отступай. Вот это поворот. То есть был флот у него 98. У меня было 150, да, где-то. Безнадежная война. На нас напала угасшая империя, древняя цивилизация, победить которую мы вряд ли сможем. Рекомендуется капитулировать. Блин, я бы сейчас лучше вот сюда бы пришел. С другой стороны, если тут такая же сотка непробиваемая, то... Что бы я пришел бы сделал? А, нет, смотрите, отступил Джаггернаут. Так, ну тогда... ремонтируйся. Офигеть, офигеть, да, вот это получали. У нас было больше сил, чем у него по циферкам. А по факту он
разнес все флоты наши, потеряв всего с ракет. Ну, значит, в прошлый раз мне не показалось, что он снес 40 тысяч за 4. Значит, зависит от... Ну, тогда бы и писали бы не 98, а 200, чтобы было понятно, что, блин, происходит. Ладно, ремонтируем вот этих хотя бы. Чуть джиггернаута не профукали. Ой-ой-ой, они идут. Не отступил. Синего снесли уже. 56 против наших 20-30 тысяч. Трёху снесли. Уничтожен флот, да? Остался Джаггернаут. Отходи, Джаггернаут, отходи вон туда. Там хотя бы 14 тысяч. Да стой ты, отступай. Так, ну вот и остатки флотилии наших уничтожены. Ну, где-то там некоторые потерялись, они еще найдутся. Когда-нибудь. Ну, вообще, в целом, конечно, неприятно. Неприятно получилось. Снесли ему десятку, что ли? 42 стало. Был 40. А вот, кстати, наши нашлись, ребята. Так, ну снова чинимся. Все, что можем. Двадцать четыре тысячи. Тут полторы, и тут еще три. Это жесть. А давай в один собирайся. Чуть не дают собраться в один. Но надо куда-то спрятаться и заново все чинить и строить. Потому что все раздубасили. Практически. Хорошо, хоть не раздубасили Джаггернаута. Но все тут снесут. Так что, наверное, надо... А вот, кстати, флот. Вот шестой флот нашелся. И седьмой флот нашелся. Так, шестой флот. Ремонтируйся. Ты тут есть что ремонтировать? Титан. Тут тоже неплохо. Давай тогда вон туда лети. Сейчас объединим. Вот эти два флота. 25 тысяч будет. Вот эти, наверное, тоже надо уводить отсюда. Пойдемте вон туда. Попробуем. Блин, ну тут тоже 103 тысячи. Попробуем победить в войне. Вот в какой-нибудь из этих двух. Потому что тут что-то как-то не заладились дела. 43 тысячи, пускай союзники сами с ними бьются. А то... Расползтись, они тут расползлись по этим территориям. Хотя, конечно, эти территории со всех сторон заблокированы моими системами. И я первый тут получу. Ну, попробуем что-нибудь успеть добыть до того, как. И отодвинем исследовательский корабль. Так, эти идут соединяться. На Земле. Давайте строить тогда на Земле мега эту научную станцию. Которую я хотел построить. Вот он, мега-научный комплекс. Флот наш отходит потихонечку. Потихонечку отходит. Здесь чего тут? 14 тысяч, но... 14 тысяч эти, конечно, он снесет. Но и мы там не поможем, пока не восстановимся до максимума. 128 лимит из 440, а было там под 420. Конечно, конкретно так нас растрепал. А, ну и смотрите, опять он начал тут зачищать все эти земли. Ладно, я вернусь еще позже. Я вернусь за тобой попозже. Так, где мы копим силы? Вот тут мы копим силы. Давайте строить что-нибудь. Титан.
долго будет строиться Титан, давайте строить линкор. Крейсер, эсминец. Всего по чуть-чуть мы будем строить там, и настало время нашей... Так, она не умеет строить линкоры. А мы не можем ее улучшать. Не умеет она титаны. Ну, строй линкоры хотя бы. Да, смотрите, одновременно строится. А, это замечательная новость. А, значит, замечательно тем, что мы сейчас сюда все подгоним, свое добро. И флотилиях нажмем сразу восстановление флотов. И сейчас еще сплав накупим только. А, и это восстановление флотов, чтобы сразу нам вовсю строило там в 20 порядков корабли. Кстати, давно я не смотрел, что у нас на планетах творится. Военное положение можно снять. Так, я увлекся там войной. Ну, вместимость флотилии плюс 20. Тоже хорошо, берем. А может быть заняться специализацией планеток? Сейчас, когда у нас всего дофига, может быть прямо... О, сколько станций? Прямо взять какую-нибудь планету одну, заточить под добычу. У нас вот здесь же, да, добывающий сектор. А еду здесь не будем делать. Что, еды вообще немерено. Так, еду убираем. Да и энергокредиты тоже давайте здесь уберем. У нас по 1000 уже этих кредитов. Все, сносим это все дело. Девять, все эти полностью, значит, вот эти тогда. Сплавы на максимум. Губернатора нету. Что ж так? Так, а вот какой-то есть. Прирост опыта, продолжительность жизни. Ну, давайте его и возьмем. Сейчас будем максимально тут качать сплавы. Кто-то там что-то достроил. Это все сюда летит делом. Достраиваем, достраиваем. Все, флоты идут. Апгрейды. А это так и сидит тут, 44 тысячи. Поганец. 2 по 80 тысяч, конечно, тоже жесть. И я еще сюда пришлю строителя, и этого строителя заставлю построить тут какое-нибудь мегасооружение. Так, мегаверф нет, среда обитания, комплекс. Ну, значит, среду обитания построю, а на ней еще наделаю еще больше производственной фигни всякой. И станция, посмотрим, может быть, станция тоже имеет какие-нибудь бонусы на производство, я не знаю. Стоянка, может, вот тут. Так, это еда, бункеры. Черной дыры нету. Ну, на самом деле, нифига станция не может сделать полезного. Либо я как-то так посмотрел, но не увидел там, поэтому... Будем тут строить этот самого хабитат. И у нас тут безработица. Ну, мы сейчас без... О, безработица. Домов не хватает. Дома мы сейчас закроем постройкой, а не районом. А вот, роскошное жилище. Вот это мы будем тут строить.
Административные здания нам тут не нужны. Так, нас там куда-то зовут. Посольство, хорошо. Так, административку сносим, ее и так делать некуда. Полиция. Да что-то я сомневаюсь. Так, заводы роботов. В поселение роботов. Нафиг. Дворец правосудия. Ну ладно, пусть пока будет. Сплавы улучшаем. Построим ионную пушку себе. Вот тут вот на границе, где у нас боевые действия вовсю готовятся. По 2000 сплавов. Нифига себе, да, тоже. Так, я смотрю, что доедают наших союзников тут на самом деле. Тоже уже подходит к нашим границам. 44 тысячи. Это вот тот, с которым мы бились. 80. 80. Пять слотов. Нифига. Ионная пушка сколько занимает. Ну, давай остальное забьем вот этими вещами. Construction completed. Министерство производства. Вот мы на этой планетке построим, где у нас сейчас все пойдет в добычу. Плюс 15% на сплавы. Отлично. Так, фабрику по очистке делаем. Пока что все. Пусть дальше все само доделывается уже. Закупаем давайте сплавов снова. Чуть деньги в лимиты упираются. Так, ну и все, эта планета сейчас у нас будет чисто добывать. И я буду строить на ее где-нибудь вот тут вот среду обитания еще. А, кстати, я же ведь строил, и я вот вдруг понял, что их вообще-то заселять надо было, они сами не умеют. Нет, я не достроил, что ли? А откуда я не достроил? Я был уверен, что... Что-то, значит, не хватило каких-то ресурсов для стройки. Ну ладно, тогда... Тогда ладно. Вот это, конечно, меня штука раздражает, что нельзя объединить. Ну вот он, один корабль, да? Ну фиг ли за проблема-то? А, это Джиггернаут. Все, нет, с этим понятно. Значит, я не про него, я про вот этих. А, ну вот сюда можно. Все, скучковали, значит, у нас теперь есть Пегас наш. Усиливаем, ставим на апгрейд. Шестой, четвертый. Подкрепление находится в пути. Так, а, ну это я нажал усилить, и значит они где-то там построились. Так, нам вот тут надо остановить продвижение. Потому что, смотрите, они зачистили, как я, в принципе, и говорил, что мне было бы неплохо бы это зачистить все дело. В принципе, это дело зачистилось. И вот он уже летит, на самом деле, сюда. Тоже пойдемте изучим. Проблема в том, что две восьмидесятки тут пройдут и двинутся дальше. Вместимость флотилии еще сделали. Но у нас тут 38, 23... 20. Где-то 120 тысяч у нас тут. Так, все, достигли предел флот. 70 тысяч наш максимальный флот. 197 из 200. Значит, мы еще один такой же можем сделать. И пойти попробовать еще раз. А, блин, ну 2,80 уже не выбьешь. О, открыт новый уровень. Случайно федерация наша доросла.
до нового уровня. 103 тысячи, такс. 6, 20. Попробовать вот этим пойти ввалить, что ли? На сотку тоже стрёмно нападать. Ведь автоматическую продажу еды уже сделаю, наконец-то. Completed. Расширили. На один успели проскочить, на второй не успели. Эти вернулись сами. Ну ладно, вернулись. Отводим тогда свой научный корабль. Тем не менее, чуть-чуть проросли. Другой вопрос, что... Так, ну вот 45 тысяч, да? И 80. Можно пойти попробовать 45-ку выбить. Хотя и здесь, конечно, было бы неплохо выбить. Потому что нам там говорили, что вы воюете с расой. Шансов нет, которую победить. Вот это бы вот сюда бы перетянуть все. Но нет, разные владельцы. Пучкуется он, что ли, нет? Собрал 120 тысяч, ну и ушел на мим куда-то. Я думал, он нападет сейчас на 103. А нет, он что-то мечется туда-сюда. А научный комплекс еще тоже не готов. Ему еще нужно сплавов 15 тысяч, чтобы его доделать. То есть это основа только была построена. Ё-моё. Да, хабитаты выглядели попроще, как готовая постройка. А с этой штукой сначала основа, потом еще офигеть какое улучшение. Так, опять это 45 тысяч болтается. И мы тут уже как бы близко. Не то, что как бы, а уже соседняя система. Накопили 170 тысяч. Пойдемте попробуем вдарить опять по вот этим вражинам. Долго будут лететь, наверное, да? Ну, пойдемте все равно туда, потому что этот как висит, 103 тысячи, никуда не дергается. Эти особо не растут. У синего союзника своих кораблей тут сил больше, чем на 100 тысяч есть. А верхние все практически он отбил уже свои системы. То есть вот этот флот остался тут и тут. Ну, в общем, он справляется. И даже уведомление о том, что вы воюете с древней цивилизацией, которую вы не победите, сдавайтесь, оно уже пропало. Поэтому я думаю, что в этих двух войнах у нас, в принципе, нормальные шансы. Наших братьев-человеков практически полностью изничтожили. Вот все, что у них осталось. И здесь вот этот флот еще продолжает летать туда-сюда. И мы следующие. Мы здесь следующие, и здесь следующие. Поэтому летим. Будем пытаться его здесь где-то остановить. У этого уже нету никаких сил. 6 тысяч, это как бы все. Так, а это, кстати, наш научный корабль. Давайте его уведем отсюда. Construction completed. Давайте-ка уйдем, пока его не прибили. И 170 тысячами попробуем еще раз проатаковать. Тем более вот... Эти 45 тысяч как раз к нам и идут, если он их не объединит с 80-кой, то мы сможем, я надеюсь, ой, лимит управляемости плюс 10, отлично, у нас там один флот уперся в лимит 200. И мы сейчас, ну вот он отожрал еще кусочек, все прибыли, идем к базе тогда. Так, ты уходи. А мы идем его встречать у базы. Так, что-то какие-то корабли по 300 появляются. Это недостроенные, что ли? Так, 40. 50. А, Джаггернаут еще не дошел. Идет флот 80. Ах ты, и ушла 45-ка. Ушла. Почему столько раздельных кораблей, я не понимаю. Вступили в бой.
Они проскочили дальше, чем надо было. Ну давайте все тогда теперь туда бегите. Ну ладно, это мы сейчас отобьем. Систему. И тогда уже пообъединяем тут чего-то куда-то, потому что кучу каких-то одиноких корабликов. Все отбили. Отлично. Ой, я не могу их объединить, что ли, теперь, потому что они все отдельные. Что-то и ремонт не работает. 80-ка. Так, вон 45 тысяч. Вон эти. Давайте отступим. Потому что я что-то не понимаю, почему не работает ремонт. Вроде этот же должен всех ремонтировать был. А он никого не хочет ремонтировать. Я нажимаю на ремонт, а у меня открывается «Выберите флотилии». В чем прикол? И закрыть не дает. И вот я нажимаю «Верфь», и снова появляется «Выберите». Что-то какой-то баг происходит. Вместо того, чтобы вот так вот корабли не перетаскиваются, а нажатие на любую кнопку вызывает переносы какие-то. Ни апгрейды не дает, ничего не дает нажать. Ну ладно, тогда однозначно заканчивать. Потому что не починившись, не проапгрейдившись и не пообъединяв эти флоты, дальше двигаться нельзя. Потому что там 80, то нужно точно иметь все в нормальном состоянии. А вообще хотелось бы вот эти 45 догнать для начала, прибить. Вот, но это нужно объединить для начала. Все, и отремонтировать. Но я надеюсь, после перезапуска все это заработает. Чтобы узнать, так это или нет, подпишись на канал, нажми колокольчик. Потому что это будет уже в следующей серии. Поставь лайк, если нравится игра, если нравится прохождение. Напиши комментарий какой-нибудь, если есть что обсудить. Спасибо за просмотр и пока!